Всем доброго и бодрого утра. Время 8 утра. Всю ночь лил дождик. Но, кстати, на улице очень классная погода, не холодно. Куда я могу в такое раннее время идти? Та-да-да-дам! Соседний подъезд на маникюрчик. Сегодня иду маникюр переделывать. Так. Думаю, уже все. Отросли-то хорошо. Надо переделывать. Открывай. Мои ноготочки. Мне прям в последнее время нравятся такие вот нюдовые оттенки. Что вот тот мой кофейный такой оттенок, мне уже, честно говоря, приелся. Вот такие вот оттенки, они не приедаются. Пока папулечка дома, я быстренько сбегаю на рынок, куплю продукты. Все очень круто, когда день начинается так вот активненько с самого раннего утра. У меня сегодня вообще день очень такой продуктивный, активный. Вот много чего мне надо сделать. У меня еще подружка приехала, надо к ней в гости сходить. Потом мне надо еще кое-куда с другой подружкой съездить. Ну, в общем, готовка, уборка, как всегда. Но я люблю такой активный образ жизни. Иногда, конечно, я люблю поваляться в постели. Но и активность я тоже очень-очень сильно люблю. Погода сегодня просто шикарная. Прям такая теплая осень, такая уютная. Дождик прошел, такая свежесть, красота. Что я купила на рынке, вам быстренько покажу. Картошка. По 55 рублей, надо вообще съездить на привоз. Там соседка сказала, что они взяли по 40 рублей и купить там. Морковки взяла, что мне в последнее время любят дети грызть морковку, но и на еду тоже надо. Лук. Лук 30 рублей килограмм, морковку не помню, сколько килограмм стоит. Купила рис для плова, что мы в последний раз готовили плов, с таким удовольствием его съели, что захотели его еще 80 рублей за килограмм. Вот именно для плова купила рис. Мандарины. Я говорю, ой, а что они такие зеленые? Она мне дала попробовать. Они такие складкие, 110 рублей килограмм. Здесь у меня на 200 рублей. Десяток яиц по 110 рублей. Помидоры 135. Да, 135. Привет, Леночка. Так, здесь два окорочка. Хочу сегодня сварить гороховый суп. У меня есть домашняя курица. И добавить копченые окорочка. Здесь у меня, как всегда, укроп и лук. По одному пучку. Домашняя курица. Майонез. Мне так захотелось семечек. Мне нравится именно вот сематис. Мне надо еще сегодня купить две скумбрии копченые. Хочу скумбрию копченую с вареной картошкой и с укропом. И купить еще горох. Вчера где-то в часиков 11 часов ночи мне так хотелось овсяной, молочной каши. Я, честно говоря, порывалась пойти ее себе сварить. Но лень меня преодолела. Но сегодня прям с утра сразу себе сварила молочную кашу. На цельном молоке я не люблю смешивать с водой, с сахаром, овсяночка, брюген, кусочек сливочного масла. И мне сейчас будет очень и очень вкусно. Сегодня, наверное, вам буду целый день снимать то, что я кушаю. Мир должен знать, что я ем, да? Картошечка вареная со сливочным маслом, с укропчиком и любимая скумбрия копченая. Вообще люблю скумбрию в любом виде. Это копченая, печеная, соленая. Обожаю эту рыбку, она действительно очень вкусная, жирненькая. Ой, прям аппетитненько, так слюнки текут. Бегу, подъехала моя подруженька. Сейчас поедет со мной моя группа поддержки. Мне надо только ее машинку найти через дорогу. А, вон напротив 16-й школы. Я ее вчера попросила со мной съездить. И она бросила все свои дела. И вот меня повезет. Здесь стройка идет через дорогу вообще полным ходом. Такие у них красивые подъезды. У меня
знакомая купила здесь квартиру, снимала сторисы. Очень красивые подъезды и двор красивый. А вон красный Hyundai, ее машинка сзади стоит. Все, мы уже быстренько съездили по делам с моей подружкой. Спасибо ей огромнейшее, что она меня поддержала, пошла со мной. Потому что, честно говоря, самой было немножечко так страшно, Вастенька. Леша сказал, нет, я не пойду. В общем, подруженька моя меня отвезла, еще и со мной пошла. Погода просто шикарнейшая. А я хочу чипсы или пиццу. Что-нибудь я хочу. Не знаю, сейчас надо подумать, чипсы или пиццу. Все спят, а мафия просыпается. В общем, я вчера купила всем вот по такой большой пачке чипс. И Карина не доела, Кирилл не доел, Камя не доела, я за ними доела. И свою пачку не захотела уже открывать, чё кушать, уже наелась. А сейчас с утра я проснулась, все спят. И я вспомнила, что у меня есть вкусная пачка чипсов. У меня сейчас слюнки уже текут. В общем, сейчас буду кушать и смотреть какой-нибудь видеоролик на YouTube. В последнее время я прям подсела на чипсы. Мне нравится именно Лейс. Вот Лёша купил Принглс. Мне как-то не то. Мне хочется больше химии. Наконец-то пришел мой заказ. Муж забрал с Валберис. Заказала капучино Дитерина. Заказываем сейчас на Валберес, потому что получается намного дешевле, чем покупать в наших магазинах. Такая вот упаковочка, здесь 20 пакетов, то есть 20 чашечек, стоит 283 рубля со скидкой. Заказала гель для посуды Синергетик, мне, кстати, очень понравился. Здесь получается 5 литров, такая вот канистра, я сейчас пользуюсь гелем для стирки Синергетик, тоже хорошо отстирывает, средством для стекол и средством для унитаза. Мне очень нравится. И была скидка 380 рублей за 5 литров. Думаю, почему бы и не взять. Получается дешевле, чем Фаберликовского, качество ничем не хуже. А вот такое же. Я особой разницы не заметила. Заказала еще такую вот... Заказала, говорю, к этому мне еще дали два таких вот стика. Мне в прошлый раз и гелю для стирки давали, стиральный порошок и пятновыводитель Эко. Все тоже Эко, состав очень хороший. И здесь у меня макароны Барилла, макаронами запаслась прям. Но мы одно время их прям так активно ели, и что-то они нам уже надоели, походу. Но макароны всегда дома должны быть. А мои дети очень любят Бариллу.